На! Дело. Тебе наука будет. Наука? Да. Я боевой офицер. Шарапов. Пока ты здесь в тылу, я полокотись к чертовой матери. Да пожалуйста. Как ты думаешь? Ну чего делать-то? Месяц только начался, все карточки узнали, как же мы будем, ребята, тобой помрут. Ну, держи. Держи. Ребята, я вам служу. Я вам отстираю, я полы. Александра! Чтобы я этих слов от тебя не слышал, поняла? Поняла. Ну а ты что стоишь, Шарапов? Иди чайник ставь, я уже опаздываю. Сейчас сделаю. Шарапов, я чай пить не буду. Я уже опаздываю, так что... Встретимся в клубе, понял? Хорошо. Старший лейтенант Шарапов на прохождение дальнейшей службы прибыл. Вот это иконостасик. А чё краснеешь-то? Да это я от удовольствия. А, и молчал. Познаком... Шарапов, вот когда тебе за работу в Муре столько же нацепят, сколько теперь, можешь считать, что жизнь прожил не зря. Слушай, Шарапов, я тебе заметку напишу в нашем многотиражку. На бутылке вина обнаружены пальцевые отпечатки. Отпечатки оставлены не Груздевым и не Груздевой, а третьим лицом. То-то и оно, что не делом невинного человека в тюрьме держите. Ах, вот значится как. Я желаю услышать рассказ про соучастника убийства Фокса. Вы поймите меня правильно, не собираюсь я из вас делать козла отпущения, но... Если виноваты, отвечать будете по закону. А нет, так идите, как говорится, с миром. Но я разобраться хочу. На радио мне сказали, что в тот день был еще один матч. «Зенит-Спартак». И трансляция его закончилась в 4 часа. Послушай, Орел, тебе бы вовсе не в сыщики, а в адвокаты идти. Переговорил с домохозяйкой и женой. И выяснил все, что было 20 и 21 числа. Подробно, по минутам. Говори, говори. Это не свидетели. Ну а кто же свидетели? Фокс. Вот единственный неповторимый свидетель. Ответственность за операцию возложена на меня, так что будьте любезны соблюдать субординацию. Слушаюсь, товарищ капитан. Вот так. Ну чего, ребята, говори тоже. Петеньку посадили. Фоксик, миленький. Помоги! Откуда был звонок? Порядок, Шарапов. Звонили из вестибюля ресторана «Астория». Понял. Значит так, братцы-кролики, деньги казенные. Не вздумайте там шиковать на них. Понятно? Ясно. Брать его можно только в гардеробе, потому что он вооружен и может запросто несколько человек в зале положить, ясно? Понял. А сейчас давай иди. Ну а ежели мы его не узнаем? Есть у нас один человек, который его наверняка узнает. О, вы мне кофе пока налейте, а там... И все? Ну, пока все, а там видно будет. Уроды! Как держать? Нежно! Глеб Егорыч, стреляй! Люди за этот орден свою кровь проливали. Ты под него чужую. Жалко, я тебя тогда, щенка, не шлепнул. Так который же? У шкафа. Он пришел к нам чинить отопление. И вот вы так сразу его запомнили? Да. Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает. Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать, где попало. Ясно? Я очень рад за вас. Мы нашли настоящего убийцу, вы свободны. На этой бутылке, найденной нами в квартире убитой, отпечаток вашего пальца. А это еще ничего не доказывает, начальник? Написал? Угу. Ну-ка теперь число поставь и распишись. Из современных, что? Да ж куда современней. Распрекрасные романы пишет. Ножичков. У нас на всех хватит. Приводит она меня в банду. Благо из уголовников меня никто не знает. И назначаю операцию по указанию Фокса. Здравствуй, бабонька! Ты мне Аню к трубочке позови.
А где я ее тебе возьму? Нет ее сейчас. Надо чего? Мне скажи. Я ей все передам. Ты меня, Аню, где хочешь, сыщи. Слышь, скажи, мол, человек от Фокса пришел, весточку притаранил. Все, что ли, поняла-то? Ну, покеда, бабанька, покеда. О малейшем изменении в ходе операций информировать меня лично. Есть.